Сегодня отмечается Всемирный день рок-н-ролла. Этому жанру было уготовано большое плавание, да и само название пришло к нам из лексикона моряков. Очевидно, рок-н-ролл напоминал музыкантам движение корабля, ведь в переводе с английского это означает «качающийся» или «перекатывающийся». Тех, кого влечет путешествие по музыкальным волнам, как раз накануне праздника собрал в зале КПЦ «Дубрава» капитан рок-н-ролла Дмитрий Четвергов. Музыкант дал эксклюзивное интервью телеканалу «Тонус» и пригласил нашу съемочную группу на мастер-класс. Мы уже вот несколько месяцев прорабатываем эту форму. Это четверговые тона. Здесь не только музыка. Тона – это понятие достаточно обширное. Все, что связано со сценой, конечно, в первую очередь, но не только, собственно говоря. Это и все, что угодно связано, возможно, и с одеждой, да, при выходе на сцене, да, и подготовки к сцене, подготовки психологической. У нас, понимаете, мы сейчас сделали такую форму, что у нас выходит в стриме психолог и отвечает на вопросы, которые часто очень задают. Основной вопрос, как справиться, например, с волнением, с естественным волнением. Я думаю, что сегодня придут и многие театралы, потому что им будет тоже интересно понять, как управлять голосом. Сейчас это очень, я думаю, интересная для всех программа, которая выходит в прямом эфире, и любой человек, который находится, может быть, на другом конце света, может задать вопрос нам. И мы на него отвечаем в прямом эфире. Это очень важно, потому что то, что люди заготавливают между нашими мастер-классами, конечно же, вопросы повторяются, но вдруг возникают какие-то совершенно внезапные эмоции и совершенно вопросы непредсказуемые. Насколько я понимаю, ваш мастер-класс рассчитан на разновозрастную аудиторию, лишь бы был интерес к гитаре, к исполнительскому мастерству, да? Все возраста, на самом деле. Даже самые маленькие приходят. И очень важно, кстати говоря, потому что я музыке начал обучаться с 5 лет, хотя мечтал уже, наверное, с 3 или 4, да, что я буду пианистом. И это очень важно для ребят, именно показать им, подтолкнуть им их для того, чтобы освоить инструмент не только с модными прибамбасами на гитарными, но и просто для себя поиграть, помузицировать, немножко отвлечься от школы. А может быть, кто-то и станет музыкантом. Аттракцион невиданной смелости, да? Играть с закрытыми глазами. Поехали! Попал, смотри! Рано! Сними! Это мажор. А вот сейчас будет минор. Дмитрий Четвергов давал профессиональные советы, а порой отвечал на вопросы с юмором. Например, что делать, если не попал в нужную ноту? В оркестре так вот сидят оркестранты, кто-то ложанул и сразу на соседа. Да не я, это не я. А когда ты один, нужно улыбнуться. Вот. И сделать вид, как будто ничего не было. Ничего произошло, да. Да, в данной ситуации очень выгодно играть свои произведения, потому что никто не знает, что там будет дальше. Такую теорию сухой никак не назовешь. К тому же она сразу подкреплялась практикой. У начинающих музыкантов была уникальная возможность сыграть вместе с мастером. Мастер-класс завершился, а его участники не спешили расходиться. Дмитрий Четвергов уделил внимание всем желающим. Во время автограф-сессии он продолжал отвечать на вопросы пытливых музыкантов. Четверговые тона останутся на память в качестве подписей на флаерах и, конечно, благодаря традиционным фотографиям. Мы побывали на мастер-классе у Дмитрия Четвергова. Я задал свой вопрос и получил ответ от легендарного музыканта нашего времени. Обязательно приду еще раз.
Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Почему вы пришли на этот мастер-класс? Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь гитарой. И вот решил прийти, чтобы узнать чуть больше о этом инструменте. Пообщаться с музыкантом и даже поиграть с ним. С Дмитрием Четверговым я знакома уже достаточно давно. И очень рада, что сейчас уже мы встречаемся не только на одной сцене, но еще и по такому важному событию, как мастер-класс, где есть возможность уже моим подопечным, детишкам показать Дмитрия и его таланты, чтобы Дмитрий с ними поделился этим опытом, наставил, так сказать, на дальнейший путь развития. Музыка Дмитрия уникальна. Оставляет незабываемые впечатления. Он, конечно, виртуоз, мастер своего дела. Такие мастер-классы Дмитрий Четвергов планирует проводить в Дубраве каждый месяц. Я желаю всем, кто посещает мои мастер-классы, обрести мотивацию, обрести желание играть, желание петь, дарить людям радость. Любовь Лукашина, Сергей Власов, День города.